Друзья, всем здравствуйте, всех приветствую на канале. Какая красота, рябинка. Собираемся, девочки, за грибами, за ягодами, в общем, куда-нибудь собираемся. Не знаю, куда мы поедем в первую очередь, видно будет. Но, в общем, у нас утро, начинается наше утро очень даже хорошо, солнышко светит, сегодня день будет хороший. Едем, заехали в магазин, взяли перекус, пряники, бублики, ряженка, йогурт. На всякий случай промнемся. Я уже промялась, я уже пряник жую. Мне с утра продают там грибочки, тоже стоят, слушай. Чего хочешь? А мы за грибами едем. Саша сказал, что мы за грибами вначале поедем. День у нас длинный. Только быстро заканчивается, да? Ягодки-то не знают, как собираются. Они шиповник же колючий там. Раз уколется, скажет, не надо такие ягодки. Не, он думал, что по облепиху пособирать. Но. Мама! Ау! Там в лесу не очень ягоды. Посмотрим. Что насобираем? Машины стоят, да. Ну, сегодня выходной день, люди собирают, не спят. Но мы поспали маленько. У меня сегодня сон вообще какими-то урывками. Ева просыпалась тоже почти всю ночь. Проснулись, позавтракали, собрались. Видишь, тут там стоят. А по лесу погулять, какое удовольствие, красота. Ну посмотрим, раньше тут в конце тоже опята собирали. Машинки стоят, грибочки собирают, да. Тоже пойдем грибочки собирать. Грибочки будем смотреть. Там смотрим по дороге-то. Что люди набирают? Набрали. Каких уж грибов набрали, не знаем, но не пустые из леса вышли. Так что посмотрим сейчас. Груздочки сходу. Я груздочки не буду, наверное, брать, хотя вроде неплохие. За опятками приехали. Посмотрим все-таки. Может быть, ядреный. Ядреный. Что? Вот так. А нет. Груздок. Он тоже такой не особо. Так что вот так вот грибочки, груздочки попадают. И тут же червивенькие. Червивенькие. Так, ладно, дальше идем. Нет, 4 опенка нашла. Начало, говорю, есть. Начало есть. Будем смотреть. Погуляем. Ау! Идите ко мне. Пойдемте опята пойдемте искать. Ой, хорошо по лесу гулять. Вот такие сегодня семейки попадаются. Не первая уже семейка, но небольшая. Такие красивые. Красивые. Ну, конечно же, были бы маленькие, было бы интереснее. Но какие есть, такие есть. Неплохие все равно опятки. На икру вот такие, само то шляпы бывают больше, конечно. Но... Ну что сделаешь? Что есть, то и будем собирать. Вот.
удовольствие. Какие-то малыши. Мы вчера немного насобирали. Ну и то радостно было. 4 баночки, девочки. А сегодня, сразу с утра по грибочке. Ну пусть немного, но все равно вот такие вот попадают. Просто прям идешь на земле. Не на деревьях, ничего. На деревьях пока еще мне ничего не попалось. Так бы найти, говорю, дерево. И все бы в грибочках, в опятках много-много. Но это тоже... Такая небольшая семейка попалась. Здорово. Дальше идем. Ой. Опятки нашла на дереве. А вначале нашла под деревом. Вот так вот один. Далековато ушла. Но у меня не густо, конечно. Пол ведра. Саша уже мне там... Пи-бик отсигналит. Ушла где-то, жена ходит. Заблудилась. Не заблудилась. Грибочки собираю. Ой, какие прелестники. Такие вот прям красота. Ой, ну тут вообще, девочки, вот полюбуйтесь. Прям красотища. Давно я такого не видела. Такой красоты. А лес какой красивый. Прям какой шикарный лес. Ладно, буду грибочки срезать. Еще семеечка красавчиков таких. Красота. Иду! Еще семейку нашла. Не дают мне грибы подсобрать. Сейчас я тут прошвырнусь еще. Слушай, тут попадаются ядреные, хорошие прям. Далеко, девочки, ходила. Далеко ушла. А здесь раз, вот дорога, вон машина. А по краешку прям обалдеть. Такая красота. Ну не прелесть ли это? И прям малявочки. Вообще прелесть. Ух ты! А здесь смотри-ка, а бабок даже с краю. Да? Ну не, я его даже резать. Что его резать? Не такой прям... Хороший? Большой, не, не очень. А что отрезать? Не надо, ладно, сын. Ладно, не надо, сын. Мама, вон. Урожай. Будут опятки маринованы. Ну тут Саша сверху подложил, он немножко подсобрал. Гусеница. Ну неплохо. Смотрите, гусеница. А ты куда побежала? Куда побежала? Гусеница была. Пойдем, грибочек. Я вон там гусеница была. Гусеница. Ну поехали дальше. Саша. Да. Давай. Подгажник не могу. Перекусить надо. Еще в один лес приехали. Саша тоже хочет по лесу пройтись. Ева у нас уснула. Я говорю, ну иди. А я бы хотела шиповник собирать.
ряженки попить с бубликом. Сегодня день хороший. Ну, время, так обеду. Так маленько хоть перекусить. Все, развернуться тут. Там развернуться. Давай. Подожди, он ряженки попьет. Ура! У нас еще один улов. Девочки, мы заехали в другой лес. Я собираю шиповник. Начала собирать. А Саша тут зашел и почерпнул. В общем, неплохо. Да. Ну, иди в багажник унести. А я что-то набегалась по лесу. Говорю, спокойно буду стоять, собирать шиповник. А сейчас захожу, у него тут, на тебе, еще ведро. Ну вот, уже два ведра. Потому что выходной день, сегодня надо сразу пожадничать. В общем, ой, тут как раз вот пенечек вот так ставим. Начинали с Матвеем собирать. Матвей пошел в машину. Так что и шиповник подсоберем. И опята к вечеру все переделаем. Дай бог. Что еще нашел? А бабки не собирай, Саша. Не надо, я не буду их делать. Я опятами буду заниматься. У меня кастрюля большая. Я сразу в 40-литровую кастрюлю и все. Не майся даже. Шиповник такой прям переспевший, хороший. Отлично. Какой день шикарный. Здоровский. Ой, ягодиночки. Раньше, в 90-х, то есть шиповник всегда заготавливали. Я помню, мы всей семьей ходили. Мать, отец, туда, вот где мы сегодня были, за Илинку, туда. Да-да-да. Ну, девки маленькие. Пойдем, отец корни накапывал. И вместо чая шиповник, ягоды, корешки запаривали. На всю зиму надо было запастись шиповником-то. Грибы собирали. У нас отец любил грибы-то собирать. Так что, ходили, собирали. Ну, давно столько опят не было ведь, да? Да. Когда мы последний раз с тобой набирали столько опят? Не бывало. Вот так что. Бабушка всегда говорила. Лето подбериха. Припасиха, лето припасиха. Угу. Зима подбериха. Матвейка, иди сюда. Так что, что припасем, то и съедим. Беги ягодки собирать. Шиповник наберем с тобой. Сбор сегодняшнего утра. Вот столько у нас получилось шиповника. Мы его тут так на противень разложим. Не получилось много пособирать, потому что, ну что, маленькие дети, сами понимаете, как с ними. Не все так просто. Ну и это неплохо, я считаю. Хорошо. У меня еще с прошлого года шиповник оставался. Ну, я надеюсь, что мы день еще выберем. Будут дни. Я несколько кустиков обобрала. Матвейка помогал хорошо. В общем, неплохо получилось. Так, далее у нас... Далее у нас, девочки. Получилось у нас неплохо собрать опят. Здесь, конечно, большие прям такие, но я их буду отдельно варить. Такие вот на икру. Саша говорит, говорят, недавно опята пошли, а уже вот такие вот большие, переросшие. Ну и здесь вот эти все опятки у меня пойдут на маринование. Буду мариновать. Вчера мариновала. У нас вчера получилось 4 баночки. Баночки стоят, надо будет убирать. В общем, сейчас я их перемою. Я уже тут кастрюлю приготовила. В общем, буду заниматься грибами. Хорошо, что не надо заниматься готовкой. Марина уборку делала, полы мыла, супчик сварила, котлетки пожарила. Я, правда, поставила макароны, сейчас по-скоренькому еще сварю. Пока грибы мою, в общем, они у меня сварятся. Так что
грибов, девочки. Хорошо грибочки собирать, но перерабатывать, конечно, тоже надо их время и силы. В общем, уже шиповник собирали, я уже чувствовала, немножко есть усталость, так что, говорю, надо закругляться, оставлять силы на переработку грибов. У нас время еще мало, у нас еще время буквально послеобеденное, второй час, где-то часа два, где-то примерно времени. Так что неплохо. Ну, мы, потому что вначале мы в один лес съездили, потом во второй лес съездили. Ну, и в итоге у нас вот так получилось. Конечно, мы не зашли прям резко, прям так вот раз, и все зачерпнули. В том лесу мне пришлось походить, потом по краю я вам показывала, там хорошо, в общем, неплохо получилось. Ну, а вот этот кулек Саша просто зашел, можно сказать, как почерпнул. Потому что лес далековато находится, и, ну, мало людей, там мужчина какой-то ходил. В общем, ну, я считаю, что нормально. Не стали жадничать, я говорю, конечно, можно было еще пособирать, но, опять же, надо же это все переработать. Так что сейчас все это перемоем, наварим и замаринуем. Перемыла я грибы, но не все они вошли. В общем, у меня тут такая кастрюля. Кастрюля это 20 литров. Ну и маленькая кастрюлька. Ну, литра 4, наверное, 4,5. Грибы у меня все уйдут на маринование. И ведро у меня еще осталось таких больших переросших опять. Конечно, делают такие вот прям маленькие, такие вот на подбор, чтобы они были в баночке. Но у меня они различные, в общем. И такие, и вот такие. Видно, тут тоже побольше шляпки. Но грибы очень-очень вкусные. Мне их не хочется, в общем, никак по-другому готовить. Я хочу сделать маринованные по баночкам. И, в общем, зимой баночку будем доставать. Буду делать маленькие баночки. Сегодня вспоминала, были года, когда их было много. Саша таскал мне их мешками. Я их делала в 3-литровые банки, большие банки. В общем, потом эту банку достаешь, половину банки съедается, половина банки стоит, потом еще может еще даже попортиться, выбрасываешь. Ну, такой год был, было много грибов. А сейчас, девочки, это просто деликатес. Это очень-очень мало, мне кажется, так что в маленькие баночки, и баночку потом доставать и кушать с удовольствием. Обалденные грибы. Ножки я не убираю, ножки тоже вкусные, делаю я с маслицем. У меня вчера видео выходило, я там делилась, девочки, говорила, как я делаю. Делаю я на литр воды 2 ложки соли, 2 ложки сахара, 6 чайных ложек 9% уксуса, в общем, это маринад на литр воды. Перец горошком. Сегодня вот буду добавлять укропные корзинки и лавровый листик. Вчера я укропные корзинки не делала, потому что время было уже много. Так что сегодня сделаем немножко по-другому. В баночки такие вот наготовлю. Сейчас поставлю варить, а мы сядем кушать, потому что время уже много, надо пообедать. Саша еще грибов, хотел сказать, насобирал. А Саша еще насобирал ведро огурчиков с теплицы. И еще вот так. В общем, сегодня у меня работы. 2 тазика. Потому что у меня тазик со вчерашнего дня вот такой замочен. Ну вот эти, Саша, ты курицам излезай. Я, которые повыбираю, вот эти вот нормальные такие. Ведро? И курицам ведро кину. Ну вот так, в общем, девочки. Так что, ну что, сейчас у меня грибы переварятся. Переделаю грибы и буду заниматься, в общем. Ну, а что я грибы... Пока грибы варятся, я, наверное, огурцами займусь. Сейчас покушаем и будем заниматься. В каждой кухне осенью. Наверное, у многих, девочки, так. Ну что, я наготовила банки. 10 банок хочу еще закатать ассорти Наташа, хотя сказала, что его не будет. Ну что делать, огурцы жалко. 4 ведра огурцов получается. Помидоры здесь я, в общем, уже намыла. Там у меня еще почти ведро помидор. Здесь уже маринад на грибочки. У меня уже все. Грибочки уже почти готовы. Сейчас баночки стерилизую и раскладываю опята по баночкам. Потом буду заливать маринадом. В общем, маринованные опятки. Закончу с грибочками и займусь ассорти. Ассорти Наташа.
10 банок хотелось бы сделать. Ну, посмотрим, в общем, сколько получится. Помидоры здесь уже намытые. Сейчас еще помидоры намыть, еще банок немножко подготовить, помыть. Так что такая вот у нас застава здесь, такая кухня. Кошмар, еще огурцы надо перемывать. С грибочками закончила. Вот такая у меня сегодня получилась партия. Но у меня еще почти ведро больших грибов осталось на икру. Так что попозже буду заниматься. Я уже банки поставила на ассорти. Сейчас огурцы надо намывать. Такие баночки. Баночки я их вот переверну сейчас, чтобы они равномерно распределились вот так вот. И будет вкуснятина. Пишите, девочки, как вы солите, солите, маринуете. Делаете, нет, вы вообще грибочки такие собираете, не собираете. Кто-то по многу собирает, где-то очень много грибов. Ну, у нас вот так пока, может быть. Может быть, на днях мы еще вырвемся, но видно будет. Это, слава богу, неплохо, я считаю. Такие прям крышечки у меня новенькие. Так что потихоньку-потихоньку погребок наш пополняется. Так вот, зимой баночку достал, такую вот вкусную, с опятками. И это же просто объеденье. Красота и вкуснота. Так, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Так, три баночки. По три баночки, девочки, делаю. В общем, такие у меня тут с капустой. Огурчики свеженькие. Огурцы, наверное, думаю, последние будут, потому что эти огурцы у нас вчера с дома два собрали, вырвали. И сегодня Саша собрал, в общем, в теплице, ну, не последние, может быть, не знаю, в общем, может, там какие-нибудь есть, но будут они или не будут. Я вообще-то хотела сегодня ботву повырывать, но сегодня не до ботвы. В общем, по лесу пробегали, грибами прозанималась, грибочки сделала и начала делать ассорти Наташу. Так что баночки наши красивейшие, вкуснейшие, лишними не будут. Вот, так что продолжаю заниматься. Ура! Сегодняшний день подошел к концу. И баночки мои стоят красивые. Ой, и еще тазик огурцов. Получается, такой тазик полный. Огурчики у меня ушли. Получилось у меня ассорти. Ассорти у меня получилось 9 банок. И баночка вот таких холодным посолом. Ассорти Наташа. Рецепт, девочки, есть на канале, кому интересно. Потому что писали, спрашивали рецепт некоторые. Отличный рецепт. Вкусненький. У меня несколько баночек получилось с капустой. Старалась, девочки. Такие огурчики, капустка там. Откроешь баночку и объедение. Не стала переворачивать. Я уже показала эти банки. В общем, в ящик вот так вот я их составила. Так они будут стоять до завтра. Они еще горячие. Сейчас я это все переверну. Это просто для видео вам показать, какие баночки у меня сегодня получились. Время уже вечер. Чайник вон поставила Марина. Сейчас чаю попить, мыться и отдыхать. Потому что целый день, можно сказать. С утра мы уехали по грибочки. Собирали грибы. Вот результаты сегодняшнего дня. Музыку не включайте, Саша. Так что, друзья, я на этом с вами заканчиваю свое видео. С вами прощаюсь. Я уже заговариваюсь, потому что немножко подустала. Хотелось мне еще вот эти огурцы переделать. Но все, уже по времени не получается. Потому что детей надо укладывать спать. Евочка без меня не ложится, так что на этом закончим. На завтра оставим эти огурчики. Надеюсь, мы их переработаем, потому что жалко, девочки, огурцы последние, я думаю, в теплице. Ну, убирать надо ботву, конечно, все это надо уже заканчивать. И все, в общем. Ну, с опятами, конечно, мы еще, надеюсь, встретимся. Так что, друзья, всем огромное спасибо. Пишите, девочки. Делаете вы заготовки или не делаете, потому что я вот, например, от многих слышу, что сейчас многие не делают заготовки,
ничего не припасает. Так что я это делать люблю. Хотелось бы больше, но делаю по возможности. Так что насколько хватает сил, насколько хватает наших продуктов. Продукты все наши, с нашего огорода. Так что как-то так. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь, девочки, на Телеграм, на Дзен, на второй канал. Ссылки внизу в описании. Я оставляю всем огромное-огромное спасибо за комментарии. И до скорых встреч. Всем пока-пока.